Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Готика 3. Так, где у нас? Девятый день, 18. Вот это, наверное. А, точно, я же это собирался на троллей поохотиться. Да. Случайно нашел троллей там. И думаю, надо на них поохотиться. Так что. И. А где я их нашел, тролли? Как бы вам показать-то? Вот где были бандиты, которые. Тихо. Даже не исчезли, смотрите-ка. Бандиты, где были. Зерно воровали. И вот там наверху вот тролли находятся. Кстати, человека, которого вы повезете в... куда там, в Таркану или куда там? Ост, к повстанцам. Тоже там будет несколько миссий по дороге. О, случайные. Только вы с ним не делаете, потому что он слабый, он сдохнет у вас и не доведет вас. Поэтому... Блин, давай. Взять все. Так. Призывать-то только одного можно. Ну давай-ка. Сейчас мы. О, все за хреначит ты. На. На. Так, взять все. У тебя как дела проходят? Тихо. На. Так, надо подправить здоровье. Ой. Вот так. Потом продадим это все. О, смотри, он на меня идет. Защити меня. Взять все. Ни хрена я с него взял, да? Пещера-то пипец. А ты сгоришь, нет? О, сгорел. Надо было только подождать. Вот так вот надо с ними. Ха-ха.
Лук. Я прям вижу лук. Опа. Давай. Хотя на тролли, да, собирался охотиться. Блин. Нормально. Не. Подожди, не, блин, чуть не отпустил тебя. На. Что вы тут прятали? Ничего такого особенного. Какая-то шкатулка, может, не по миссии она нужна. Ладно. Тебя как демон сильно потрепали. Нормально тебя потрепали. Берем все. Ничего такого здесь нету, ординарного такого. Вот так, вот так, вот так. Сохранимся. На. На. Взял. Вот так. Мы всех их сделаем с тобой. Блин, смотрите, сколько этих драконов там. Как бы они моего демона не захреначили. Гаргулия. Может, вас каким-то другим заклинанием? А это не дракон. А хрен попадешь еще, да? Вот так вот, вот так надо хреначить. А что мы себя имеем? Гаргульи пустые, нету с них ни хрена. Ладно. У меня-то там хоть дракон внизу был, который огнем дышал. Давай. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Еще немного. Они меня зажимают. Фу.
Блин, давай-ка еще разок. Демон, явись. Кого вы тут перехреначили-то? Так. Да. Это... А что с прицелом-то? Охренеть. Тихо. Бежим. Давай. Пойдем со мной. Я знаю, где еще горгули есть. Вот здесь вот была. Блин, мне потом отсюда как-нибудь выйти только. Давай. На. Куда ты, падла, собралась? Давай, хреначу. Вот так. Кто там еще остался? Это что за место для прокачки? Так. На. Вот так. Мясной жук. Взять. Ни хрена таким ударом, да по мясному жуку-то. Так, взять. Тихо. На. Вот так. Как тебе? Не очень приятно, да? А мы тебя с двух сторон будем хреначить. Тебе понравится? Потом плату потребует еще, блин, платить ему. Да? Ладно, давай сохраним. Не, ну демон-то хороший, так. Хорошее приобретение. На.
Тихо. Тихо, беги. Твою мать! Забьет же толпой-то. Тихо. Падла. Бля. Ладно. На. Что, теперь уже не так, да? На. Так, что у меня там? Давай, я тебя зажму сейчас. Вот так. Так, надо выпить. Какое-то зелье. А где у меня? Вот это? Ну-ка. Зелье восстановления сил. Вот и это. Давай-ка еще разок. Пойдем. Сейчас он вам наваляет. Неплохо, да, стрелял? Давай смотрим, что они охраняли. Ну, неплохо. Посмотрим, что за лук, правда. Монета. Да нахер мне монет. О, лютня. Попадем. Восстанавливаются силы. Ну, прокачиваться здесь только можно, и то уже, когда уже пещерка для прокачивания. Так. Ладно, по крайней мере, внизу мы разобрались. Ящера. Вот так. Кто на меня? Деревянный щит возьму. Ржавый меч. Пойдем.
Тебе сейчас с троллями предстоит биться. Ты пролезешь здесь? О, молодец. Чтоб мне два раза тебя не вызывать, скоро бы он уже темнеет, нахрен. А я не могу здесь, а да? На таких лежанках лежать. И у костра коротать время я не могу. Вон они все лежат в повалку, нахрен. О, подожди. На. На. Все. Я только из-за странного гриба тут-то. Может, что-то даст он мне? Так, взять все. Куда идем? Пошли, пошли. Так. Итак, вон они, тролли. Наверху. На них охотиться хочу. Только надо сделать так, чтобы мне люлей не досталось. Да тихо ты. Давай. Посмотрите-ка, замотал его. Так, там у меня как дела? Давай, крутись. А он меня что, врезал и отравил? Так, хорошо. О, убили нахрен его. Там еще два тролля. Ай-яй-яй-яй. Давай. Ни хрена тебя как убили быстро-то. Что у вас так много-то? Давай. Короче, надо успевать только махать. Так, как напал, так сразу. Не дать им, главное, ударить себя первым. И все. Вот так вот я с вами. Я-то думал, у меня там этот будет сейчас как мощный, как на себя, как отвлекет. Так. Что у меня тут? Исцеление, да? Так. Ну, хочу знать, что здесь у нас. Так, ладно.
Денег тогда я прям чувствую, как много взял денег. Ладно, сейчас посмотрим все эти побрякушки, чего они стоят. Что от меня так долго прятали? Так. Итак, боевой доспех разведчика широко распространен в рядах повстанцев. Так, так, чтобы обеспечить защиту в бою. Но разницы никакой, да, нет? Так, ладно. Ну, а защита от ударов и клинка. От ударов и клинка. Энергия. Защита от огня, от холода. Просто энергетическая защита. Поставлена защита от удара клинка. Максимальная мана. Так, от огня. Максимальная выносливость. Я это сниму. И вот, не знаю, максимальная мана мне не нужна. Вот защиту от от огня, наверное, я поставлю. Так, по оружию, что у меня? Какое у меня оружие стоит сейчас? Вот это, да? Двуручный меч, а так, а надо... Так, двуручный меч. Оружие давно минули, но все еще так. Урон клинка 40. Заточенный, изношенный. Охренеть. Боец на мечах 75. Отравленный. Это вот у меня один. Этот на 75. Вот, вот заточенный плюс 10. А этот еще заточенный тоже плюс 10 будет. Еще и отравленный. Но, по-моему, он одноручный. Да. Ладно, это потом с ним разберемся. Меч Венцеля. Благословенный. Вот, может его поставить. Где он у меня? И щит какой-нибудь. Вот этот, допустим. На 2. Чего? Давайте посмотрим сейчас. О, заточим его. Я там все поубивал. Надо спать ложиться. Сколько тут, блин, полегло. Там еще тролль, кстати, есть. Где-то вон там вот вдоль скалы, если идти. Так, ну, сохраниться надо. Не хочется из-за глупости сейчас. Королевский репей. Так, тут вот пару нечистей было. Вот они, кстати, вот мечи от них. Это я сундучок взял. Если вы вот так пойдете посюда, вот там вот по краешку, то увидите, блин, мне спать надо ложиться. Ай-яй-яй-яй. О, убил. А я, кстати, даже его и не видел за кустов, не ожидал. Ладно, давайте пойдем спать. Где у нас? Бум-бум-бум. Твою мать. Где койка?
Спать до утра. Кузня. Это же кузня. Где точильный камин? Точильный камень где? Не понял. Вроде всегда на виду должен быть. Как? Ладно, в другом городе наточим. Стой. Пещерка. Вот куда мне надо. Давай. На. Вот так. Ты оружие-то сложил. На. Вот так. Давай сейчас этим люлей надаем. Отойди маленечко. На. Вот так. Все. Лазим, смотрим. А, второй камень. Телепортация вот здесь, наверное, должен быть. Вот там еще кто-то оставался. Хорошо. Вали да его. Нет же. Это не сработает. Да нет же. А, во время боя. Где корзина? Не вижу. Это не сработает, это не сработает. Вот оно. На. Вот так. Все, теперь не во время боя. Что ты затормозил-то? Это не сработает. Нет. Ладно. Посмотрим, что у нас там, блин, произошло. Кто-то наверху, что ли, у нас? Да.
Блин. Что-то... Только подожди здесь. Сейчас я посмотрю. Так, 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 так. Опа. Из-за тебя он меня глючил, это поди все. Тихо. Тихо. Вот так. Так, где он у меня? Ну ладно, вот. Демон готы. Наверное, из-за тебя он все там глючило. Сейчас посмотрим. Железный сундук. Так, взять все. Где-то внизу, если я не ошибаюсь, должен быть камень. Блин, у меня свет есть? Свет. Есть. Да будет свет. Взять все. Ищем. Взять все. Тележки нету. Вот он, камень. Все, сейчас пойдем наверх, посмотрим, что там было. Еще раз, блин. Получается, раз все тут пришло. Камень мы взяли. Камень мы отдадим один. По миссии. Давай. Взять все. Что-то пришло. Ну и свет погас. А я тут только что задумался, как эту лампочку тушить. Чтоб не мешало мне сейчас. Ладно. Блин, жалко, что камня нету. Ладно, сейчас в замке посмотрим, что есть. Деревянный щит, заметьте. Валяется хрен пойми где. Так.
Что ты подзависаешь? Ты должен, блин, на этих-то, по крайней мере, на этом компьютере ты должен нормально идти. Это из новых игр там подзависает. А ты-то ни хрена не должен зависать. Да. Ой-ой-ой. А почему с вас кровь-то идет, когда я вас хреначу? А? Ну-ка, у меня есть такое что-нибудь? Я... А, так. Исцеление другого. Так, ибо сказано, вы должны следовать за мной, и люди подчинились ему. Ага, это хорошо. Кольцо огня расходится от героя так, и сжигает его врагов. Тоже прекрасно. Изгнание зла, свет и носа, свет поражает служителя Белиара. Вот, ну-ка давай-ка вот этого посмотрим. Еще огненный меч, конечно. Прекрасно. А чё я пиздякался там? Сейчас посмотрим, кто-то еще может остался. Кто где я остался? О. Кто-то есть. Где? Блин. Я вас что искать должен еще по одному? Так. Еще? Пока нету, ладно. Будем смотреть. Ой, неплохо, неплохо. Кафедра. Тут можно выучить. Неинтересно. Невозможно. Невозможно. Так, подожди, невозможно. Возможно. Так, где у меня? Блин, он у меня один, взлом замков. Возможность открыть многие сундуки и двери. Давай на 8. Взять. Где это выучить, правда, этот взлом замков? Вот это проблематично будет. Так, что у нас тут? Кафедра. Учим. Ничего нового. Может, из-за того, что я выучил? Так. Варить мне пока ничего не надо. Наверх. Взять все, ну так-то удобно, да, когда все берешь сразу. Дубинки. Ну, блин, больше пиздякался с вами. Тихо, тихо, не муму там, не надо, нет. Да где ты, солнце мое? Где-то ходит. Скучно, мальчишки. Вот и мой сладкий, вот он. Мой динозавренок.
Все, все, брать, все. Много золота. Опа. А знаете почему? Потому что я выучил акробатику. Аналой. И однажды Инос заговорил с ним. «Оставь все», — сказал он, — «и дал ему скипетр и сделал своим слугой на земле». Блин. Вот что золотой кубок, что огненная чаша, блин, одно и то же нахрен. Бегать, блин, по всей карте собирать тоже. Так, сюда придут орки, трон. И на трону посижу, ничего не будет? Ничего не будет. Драгоценности. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Орков сдать, что ли? За людей, за орков пройти. Не знаю, тут говорю, разницы не будет никакой, итог-то будет один. Взять. Нигде нету. Случайно. Наверху. Кубка огня. Так, взять все. Опа. Взять все. Идем, идем. Лавка. Да мне не лавка-то и не нужна. Мне бы вот, ребята, точильный камень, честно скажу. Давай сюда. Здесь я уже был, да, ну. Потом оружие тут расставят. Нет. Да нет же. Нет. Кто-то напал на меня. Взять все. И так, урон от клинка так само выкованный. Руда, нет, требуется знание. Да мне не это надо-то. Ладно. Может, внизу-то где-то? Нет. Тут кто-то должен быть, да? Ладно, пойдемте до орков. Что у меня этот один сундук-то тоже погоды не сделает. Он только там это, блин, характеризуется. Демоны с Готы больше никого не напугают. У тебя опять все получилось. Конечно. Надеюсь, ты никогда не встретишь противника сильнее себя, друг мой. Что ты теперь будешь делать? Постараюсь восстановить Готу. Там много людей, которым нужен кров. Смотри, чтоб тебя не убили, друг мой. Было б жаль. Пока есть ты, все это меня хоть как-то забавляет.
Если я понадоблюсь тебе в качестве боевого соратника, то ты знаешь, где меня найти. Знаю. Так. Покажи мне свой товар. У меня ничего нету интересного. Демона, который правил в Готе, больше нет. Проваливай, Морра! Иди со своими врагами в другое место! Я этого больше не допущу. Ну, так, ну-ка. Блин. Где ты? Репутация орки 5. Так. А туда я пойду, я куда выйду? Ага. Это главное. Подожди, перед тем, как туда идти, я еще раз бегаю. Так, сохранимся. Просто я хочу посмотреть все-таки, что там. Оркам понравится тоже смысл. Они со мной обращаются, как со скотом. Нет. Что вот здесь не так? Он где-то наверху. Он где-то наверху. Ладно, подождите. Куда? Вот. Блин. Ладно. Так, тут ничего нету. Ничего. А я поначалу думал, глюкнуло нахрен. Неинтересно. Минутку. Так. О, шкатулка. Шкатулка. Так. Что тут есть? Кубок. Идем вниз. Херак. Херак. Опа. Блин, из-за этого стоило тут коряжиться. Но, по крайней мере, мы этих убили. Зомбиков, и теперь-то все свободно. Блин, надо было там еще в пещере, я пиздякался. Демона вызывал. На нежить нахрен. А где тебя тут, блин, где ты тут будешь обитать? Все, теперь ты полностью освободил его. Так, сильно орков тоже мне убивать не стоит, потому что потом они это восстанут нахрен против меня. Я знаю, о чем ты думаешь. Хочу попробовать, давай. Где ты?
Они ничему не учатся. Давай. Твои зубы теперь мои зубы. Давай, давай. Вот так можно уничтожать орков тоже. Чем не вариант? Все, ждем, кто кого захреначит теперь. Давайте. Эх, я вам тролль еще могу привести. Всех собак перехреначили. Ну отойди. Где еще один? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ой. Понятно. Покруче, пока наколдуют, там нахрен меня сожрут уже 10 раз. Я-то думал, что-то хорошее, что-то путь. Я думал, может, орков хотя бы там захреначат. Так. Давай, давай. Взять все. Да. Репутация орки-то 5 нахрен. Все потому, что я столько отрядов перебил там. Орочи. Ну ладно, не особо-то они и нужны были. Так бы повстанцев бы перехреначить, да? У меня где-то тут демон был, от него когда далеко убегаешь, он помирает. Взять все.
На, перерезал. Дебил, ты что, не знаешь, что при вставании он сразу наносит ответный решающий удар, чтобы дать мне хотя бы какой-то шанс из-за вас, козлов. Давай, подожди. Открываем. Сломано. Открываем. Что-то падает. Так. Рифинг. Маленько не туда вышел, да, куда хотел, конечно. На. Не заметил, прошу прощения. Нет, сейчас из-за принципа вот где? Лечение слабости. На. У меня там еще даже остались. Мана. На, вот тебе. Так. Твою мать-то! Куда я пока не хотел попадать? Ну, по идее, можно уж зайти, раз уж прибыл. Так. Тихо. Взять все. Взять все. Так, лечение мне не надо, а вот вот это я возьму. На, вот и все. Так, дорогу мы себе проложили. Сломано. Еще разок. Взять. Вот так. Итак, вот мы с другой стороны подошли. На. С щитом нахрен. Так. Хватит? Хватило. На, что-то делать будем. Так, там орки. И они не дружелюбны ни хрена.
Так, взять все. На всякий случай, я не знаю, сохранюсь. Давайте сохранюсь. Смогу я пробежать? Нет, не могу. Хорошо, ладно. Потом туда зайдем. Кстати, мимо орков, если хотите, можете пробежать, да, действительно там. Еще в самом начале. Сомневаюсь, что они смогут вас догнать. Потому что бежать-то тоже надо, как в жопу ужаленный. Блин, там по берегу еще потом пробежаться, но это уже отдельно, я уж сам пройдусь, посмотрю. Ну, вроде ничего нету, ладно. Ой, не то, не то. Где она? Вот она. Побежали. Хорошо, у меня еще восстановление выносливости есть. На метеорит и Белиар это уже последние стадии будут, когда уже полностью в доверие войдете там им. Взять все, взять все. Вот здесь вот находка, но троллей-то должна быть, была быть. Чего ты мне сделаешь? Ну давай. Да. Блин. Еще ударить себя дал. Так. Там что-то есть. Это я куда бегу? Вокруг фаринга, блин. Ладно. Что-то не вижу никого. Нет. Ой-ой-ой. Блин, зелененький он был. Так. Получается рандомно, да, случайность выпадает на сундуке. Где, в каком сундуке, что лежит. Вот. Во второй готике что интересно, там... Ага, на север-то я хрен уйду отсюда. Там получается... Если ты у охотников побывал, ты можешь взять, естественно, выполняя миссии, лежак и ночевать где угодно, чтобы силы восстанавливать, день провести и тому подобное. Здесь это сделано как упущение, хотя третья часть. Так. Так, взять все, взять все. Дикий вепрь. Дикий вепрь огромадный. Тот же самый то ли бык, то ли тур. А король ему возьмешь принцессу и точка.
А не то мы тебя раз-два и в тюрьму. Это-то все уже королевская дочка. Ну, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока он с ним так припирался. Съел почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли кур. Да. На. Тихо. Опа, мимо. Охренеть, сколько вас здесь? На. Мы тебя вдвоем-то быстрее загасим, козлина. Так. Так. И что вы тут охраняли? Ну, тоже неплохо. И тут еще у нас сундучок, да? Сломано. Взять. Но он еще в огры. Ой. Так. И вот здесь что-то есть, подожди. Ладно. Смотрим. Посмотрите-ка, можно пробежать, я, кстати, на северную сторону. И мимо орков этих всех можно пробежать. Но нам-то туда пока не надо. А куда ушел-то?
Так. Давай. Вот здесь мы возьмем сразу шкуру снежного волка. Я прям слышу, что он где-то воет. А где его только? Подождите. Где-то там валяется труп, короче. Мне нужен северный волк. Тихо, беги. На. Берем. Так. Естественно, у меня демон там погиб. Так. Демон у меня, естественно, погиб. Бизоны. Так, с вас мясо взять. Надо мясо с вас взять. Блин, надо только за ними бежать успевать. Блин, не смог. Ладно. А, ну у меня и жизни было мало. Сейчас, подождите минутку. Да, тихо. Вот так. Пойдем. Так. Все, вроде бы. Ой.
Минутку. Где-то тролль. Ну-ка. Да. Давайте в трейлер сидем или куда там. Взяли, пошли, побежали. То есть, видите, сразу можно сюда прийти. Я думал, нельзя прийти, кстати. Не помню даже про этот маршрут. Это ладно, вот я сейчас карту. Вон. От горизонта до горизонта исследовал. А если по безопасному маршруту, то надо через город пробегать. Ладно, у меня там тролли сейчас будут. Надо их захреначить. Так. Исцелился. Взять все. Так. Не помню, правда, кто здесь есть. Сейчас вместе с вами посмотрим. Твою мать. Так так, там можно много чего обойти. Давай. Так, а что у меня там за поринг? Понятненько. Так, ободранные деревья. Ободранные деревья — это уже знак, что кто-то или что-то большое тут бродит, ходит злое. Рак открыли, а там что-нибудь хорошее. А там что-нибудь нужное. Сломано. Вот так. О, горгулья. Сломано. Открывай.
смотрим. Так, так-то по идее их надо было. На. С вышки гасить надо было их. Так, а вот эти развалины не стоит освобождать? Тихо. Взять все. Так, кто у меня там еще? Конечно, мы все берем. Ой. Вот деньги сейчас меня меньше что интересует. Целебную траву собирать, потому что потом она может пригодиться нам. Миссию за друидов еще надо выполнять, точно надо будет. Вспомню. А вот только где они находятся, я помню только двоих, что ли, где друидов. Есть такая миссия тоже убить друидов, это я не помню, то ли у орков, то ли у кого. Так, ладно. Пойдем посмотрим, что там в домике в этом. Кажется, ты заблудился, да? С чего ты взял? Ты идешь далеко от больших дорог, но на сбежавшего раба ты не похож. Я Типлер, я здесь живу. Что ты здесь делаешь? Ну, вообще-то я охотник, но большую часть времени я провожу за латанием своей ветхой лачуги. А когда это занятие мне наскучивает, я наслаждаюсь своим самодельным шнапсом. Хочешь попробовать? Давай. Давай сюда. Вот, держи, только осторожней. Эта штука горит, как газы глорха. Неплохо. Можешь показать мне, как надо охотиться? Если честно, я уже немного заржавел. И должен заботиться о тысяче вещей. Но если ты мне немного поможешь, я покажу тебе, как обращаться с луком. Я могу тебе помочь. Недалеко отсюда есть старые развалины. Во время охоты я часто пользуюсь ими, чтобы переночевать. К сожалению, когда там долго не появляешься, там начинают гнездиться гоблины. Ой, там один-два гоблина осталось. Меня. Это вот откуда мы пришли. Я помню, что их надо было очистить, освободить.
Так. Ну все, где ты, блин? Давай. В развалинах было всего несколько гоблинов. Ты убил их? Ну, вот, да. Тролли ходят. Хорошая, блин, работа. Если хочешь, я покажу тебе, как стрелять из лука. Ладно. Вот они, три гоблина, блин. Так. Давайте-ка попробуем поохотиться на них. Так. Конец. Надо было сваливать. Ну, этих-то двоих тебя нормально положил. Блин, ну давай еще разок. Что, придется пить, что ли? Ешь, жрать, что ли? Ешь! Ладно. Так, да не то, не то. Пьяная ягода, чё она? Ну-ка, съесть, если бы. Ни хрена, да? Короче, ни хрена, потому что я пожираю, нет. Где у меня там? Давай, исцелился. Пьяная ягода. Тихо вы. Взять все, взять все, взять все. Пойдем. Так-то вы должны были с охотником охотиться. Сейчас я вам покажу его. Миссия, потому что даже от него есть. Он вам будет помогать, но не факт, что, конечно, поможет. Прям пипец сильно как. Но, по крайней мере, все уже будет легче.
Вот с этим. Что ты здесь делаешь? А что мне делать в деревне? Я полностью разорен. Мое последнее золото я проиграл на арене у Кёртиса. Хорошо еще. У меня осталась бутылка нордмарского подымка. Он помогает коротать мне долгие часы. Что мне нужно знать о деревне? Фаринг! Бывшая крепость паладинов. А теперь центр оккупации. Там Кан, вождь всех орков и, конечно, куча самых сильных бойцов. Попасть туда тяжело, но мне это удалось. Кто такой Кёртис? Владелец арены в деревне. Она не особенно большая, но достаточная, чтобы производить на орков впечатление. Как ты попал в крепость? Я работал на орков. Это единственный шанс. Не смотри, если им что-нибудь не понравится, то с крепостью ничего не выйдет. Что ты хотел в крепости? Я хотел достать себе меч. Не какой-нибудь, а настоящее оружие из руды. Знаешь, что мне сказал кузнец? Он захотел, чтобы я убил трех троллей. Трех троллей! Ой, я их столько перебил уже. Может, я и слегка с приветом, но я не сумасшедший. Тролли мертвы, что теперь? Это произведет сильное впечатление на орков. В любом случае, я сначала вернусь в крепость. Понятно. А. Ладно. Чего это ты тут копаешь? Я ищу ценные вещи. Даже не представляешь, какие вещи можно найти в завалах после войны. Что-нибудь уже нашел? Да, я нашел прелестное колечко. Думаю, оно магическое. С тех пор, как я его ношу, копать стало намного легче. Хочешь его купить? И сколько же оно будет стоить? 250 монет. Ну, давай. Я хочу купить кольцо. Именно тогда, когда я должен его отдать. Оно стало мне так дорого. Ах, нет, я найду себе новое кольцо. Вот, держи. У тебя еще что-нибудь есть? Нет, но, может, тебя заинтересует небольшое дельце. Тут есть одна пещера совсем близко. Я уверен, что там есть чем поживиться. В чем проблема? Кто-то есть в пещере. Звери, монстры, кто-то. Ты уладишь для меня это дело, а я подарю тебе здоровенный кусок руды. Где эта пещера? Возле башни на деревне есть небольшая заросшая долина. В самом ее конце находится пещера. Ладно, посмотрим. Так. Сначала мы идем сюда, смотрим. Ты точно знаешь, от чего все наши проблемы. Прессинг, кирка. Так. Камень. Телепортация. Все, камень, телепортация у нас. Тихо-то, идем. Будет еще хуже. О, клиент. Я надеюсь, ты не хочешь попасть в храм.
тех пор, как Кан захватил крепость, орки туда никого не пускают. И? Вся деревня заполнена наемниками, которые хотят попасть в крепость. И удается это немногим. Тебе можно входить в крепость? Конечно, ведь я здесь намного дольше, чем остальные. Прежде чем попасть сюда, мне пришлось сильно постараться на поле боя у орков. После великой победы за Фаринг, они оставили мне этот магазинчик. Все равно это больше, чем я мог бы получить в королевской армии. А что со всеми этими наемниками? Просто игнорируй их. Таких типов, как они, везде хватает. И орки об этом знают. Они хотят получить много золота, ничего при этом не делая. Гнар знает об этом. И поэтому не пускает их в крепость. Если бы это было так просто... Расскажи мне о битве за Фаринг. Во время первой битвы меня там не было. Тогда королевским паладинам удалось удержать натиск могущественной армии орков. Во второй, решающей битве, сам Кан повел наши войска в бой. Сперва казалось, что и в этой битве мы потерпим поражение. Осада крепости длилась целыми днями, а мы не продвигались ни на метр. Но темный маг определил исход сражения. Ксардас. Да. Это было жуткое зрелище. У него был камень. Он светился. С каждым шагом Ксардаса к крепости свечение становилось все ярче. Когда он остановился у основания крепостной стены, свечение озарило все поле битвы. Люди не могли смотреть на него. Они сразу слепли. Затем внезапно все стихло, и свечение исчезло. Сардас повернулся и пошел. Без единого слова. Ты можешь мне помочь попасть в крепость? Конечно, я могу тебе помочь. Ты можешь пойти, как все остальные, сражаться на арену. Или сидеть здесь и киснуть. Или ты можешь уговорить трех орков, самых важных за пределами крепости. Я могу тебе помочь со всеми тремя. Каждый обойдется тебе в 100 золотых монет. Вроде все честно. Кого мне нужно уговорить? Ну, прежде всего, Горака. Он тут, в деревне. Потом Гнара. Он стоит прямо перед входом в крепость. Майок, старый пьянчуга. Он комендант сторожевой вышки над городом. Что с Гораком? На нем здесь вся работа висит. Он должен следить за порядком в деревне. Помоги ему немного, и он поможет тебе. Что с Гнаром? С ним намного труднее. Мне понадобилось много времени, чтобы выяснить, как его можно уговорить. Как? С помощью шкур. Волчьих шкур, если говорить точнее. Принеси ему сколько надо шкур, и больше с ним проблем не будет. Будет еще хуже. Как мне добиться разрешения у Майока? Майок, старый пьянчуга. Принеси ему несколько бутылок хорошего шнапса, и он тебе не откажет. Но это должен быть действительно хороший шнапс. Где мне найти Майока? Иди по дороге за деревней. Все время вверх. Ты пойдешь к башне. Послушал бы ты моего совета. Покажи мне свой товар. Ты не знаешь, куда после этого исчез Ксардас? Вероятно, вернулся в Нордмар. Послушал бы ты моего совета.
В общем, шнапса надо, да, значит? Ну, давай. Я даже знаю, где его достать можно. Здравствуй. Ты где? Так, ладно. Сомневаюсь, конечно, что он так лежит прямо. Ну, давай. Посмотрим. Не, блин, спать ложиться надо, да? Время-то. 12 ночи почти что. Надо лечь поспать. Спать до утра. Спасибо за гостеприимство. У нас серьезные проблемы. Я все думал, когда же ты придешь? Почему? Я видел тебя в деревне и знал, что ты захочешь перейти через перевал. Только нам, охотникам, разрешено ходить на охоту в Нордмар. И только мы можем провести тебя через перевал. Конечно, почему? Расскажи мне что-нибудь о Нордмаре. Охота в Нордмаре – это совсем другое дело. Вся страна изрезана глубокими ущельями, и за каждым углом подстерегает смерть. Для охоты это, пожалуй, самая лучшая местность, какая может быть. И самая опасная. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Я не учитель. Я могу дать тебе совет, где ты можешь поохотиться. Если хочешь чему-нибудь научиться, обращайся к Уилсону. Ладно. Где я могу здесь поохотиться? Внизу, в лесу, есть куча волков. Гнар с удовольствием примет шкуры. Где перевал? Наверху, у башни. Просто иди по дороге. Если бы это было так просто. Я хочу вместе с вами. Дело обстоит. Ты показываешь мне, что можешь выполнить часть работы. И тогда я буду не против. Понятно? Что я должен сделать для тебя? Ты знаешь жирного торговца пустыни, Али? Он все время хвалится артефактом, который хотел бы продать оркам. Принеси мне его. И как мне это сделать? Это не мое дело. Подкарауль его, дай по морде пару раз, или обворуй его. Что ты хочешь сделать с артефактом? Прежде всего, я не хочу, чтобы этот тип пришел в крепость. Если его артефакт действительно из Нордмара, значит, он украл его. Я не люблю воров. Понятно, а я так вор, значит. Опять морда, который хочет в крепость? Слушай меня. Я повторять не люблю. Ты войдешь в крепость только в том случае, если мы все дадим на это свое согласие. Мы все? Да, то есть я Майок, который охраняет перевал. Игнар, что стережет крепость. Понял? Будешь здесь бузить, пеняй на себя. Спать можешь у Флинта. Ты дашь мне свое согласие? Нет. Почему? Могу я что-нибудь сделать, чтобы получить его? Докажи мне, что можешь быть нам полезен. У деревни немало проблем. Мне ну. Перевал за. Понятно. Но все-таки мне это совершенно не нравится. Что тебе нужно, чужестранец? Я хочу узнать что-нибудь о крепости. С тех пор, как Кан и его воины там обосновались, туда пускают только проверенных людей. Даже мне туда нельзя. А ведь я мог бы провернуть там парочку дел.
Я найду дорогу в крепость. Я тоже туда хочу. Слушай, я кое-что знаю, что может нам помочь. Говори. Выкладывай. Чтобы попасть в крепость, нужно убедить орков, стоящих снаружи. Это я и так знаю. Я могу тебе в этом помочь. И как же? У меня есть хороший шнапс. Он понравится оркам. Передай каждому по бутылке и привет от меня. Какая мне от этого польза? Я знаю всех, кто ошивается в этой деревне. Если ты мне поможешь, я дам тебе несколько полезных советов. Сойдет. Хорошо, давай сюда свой шнапс. Отнеси по бутылке каждому. Майоку, Гороку и Гнару. И не забудь передать от меня привет. Да, у нас немалая проблема. Вот шнапс для тебя. Отлично. С пламенным приветом от Флинта. Так. Когда-нибудь и это тоже закончится. Спать, я говоришь, могу здесь, да? У Флинта. Только где? Не суй свой нос куда не следует! Вот здесь. Ну тут ничего ценного нету, наверное. Не считая... Так. Не считая, конечно, если там сундук стоит этот. Так, на перевал мне туда идти нету смысла. Ты здесь, чтобы заработать пару золотых монет? Или ты хочешь заслужить уважение? О, здесь ты можешь получить и то, и другое. Меня зовут Кёртис. Я хозяин этой маленькой арены. Сколько здесь можно выиграть? Один бой стоит 100 золотых монет. Если ты выигрываешь, получаешь 150. Не так уж и много. Но и арена здесь небольшая. Все, что ты отбираешь у своего противника, также принадлежит тебе. И еще кое-что. Если победишь самого сильного воина, я покажу тебе еще несколько приемов. Понятно. Я хочу драться. Он должен подойти. Сейчас увидим. Ты покинул арену. Ты побежден. Блин. Я так иду. Иди. Сейчас увидим, кто сильнее. Есть контакт. Отличный удар. Дай ему. Ух. Взять все. Больше ничего нет. Так, заточить надо. Да нет же, это не сработает. Нет. Да нет же, это не сработает. Давай. Нет. Это не сработает. Давай. Блин, давай. Может, они в цене станут дороже хотя бы. Горан повержен. Неплохо. Если будешь продолжать в том же духе, из тебя получится настоящий гладиатор. Вот твой. Дай мне бой. Хочешь показать себя орком? Ступай на арену. Я поставлю против тебя Муфа. Но будь осторожен, у него очень сильный удар справа. Хорошо.
Ну да. Люди, драка! Значит, забыть такого не может. Как не может? Я уже же сделал. А у меня, кстати, что там это по мячу-то я хотел посмотреть. Ну вон. Мув, это все, что ты мог поставить против меня? Да ладно. Наверное, ты просто попал не на ту арену. Если хочешь сражаться с действительно сильными противниками, отправляйся в пустыню. И заработать там можно намного больше. Вот твое золото. Я хочу драться. У меня уже нет для тебя людей. Только Спайк еще готов выступить против тебя. Он сгорает от нетерпения показать всем, кто здесь хозяин ринга. Если он этого хочет. Правда, этот бой обойдется тебе в 200 монет. Победитель получит 300. Я хочу сразиться со Спайком. Как пожелаешь. Кости-то твои. Удачи! Иди сюда. Давай, ты его сделаешь. Прикрывайся. Забыть такого не может. Так. Спайк уже в прошлом. Да, ты над всеми одержал побед. Если ты хочешь и дальше быть гладиатором, тебе нужно идти дальше. Где мое золото? Держи. Так, ты научишь меня драться? Научишь меня драться. Это как? Понятно. Мне надо где-то тут пещера есть, да, он сказал. Здесь пещера. Так, ладно. Мы поняли, что тут пещеры нет. Уходим. Надо еще шнапс раздать. Один-то точно наверху. Так, а вот этот, кстати, толстый, это сюда ходит. Его вот здесь вот можно обворовать. Стоять, Морра! В чем дело? Здесь тебе ловить нечего. Поворачивай. У меня есть шнапс. Хочешь глоточек? Вы мало что умеете, но шнапс у вас хороший. Ну вот. Хоть на чем-то сошлись. Ба, Морра, ты отравить меня хочешь? Где та штука, что он привозил на той неделе? Ты хочешь другого шнапса? Да, Морра. Нордморского подымка. Одну бутылку моим людям и одну мне. Раздобудь выпивку, Морра, и я буду тебя уважать. Вот так вот. Я ищу Ксардоса. Ну и что? А то, что поэтому мне нужно в Нордмор. Да, а теперь... Забудь об этом. Все понятно, мне с тобой не договориться, так что... Так, давайте посмотрим, здесь у нас что есть. Может, а вот пещера. Так. Прямо из стены вылазят. Так.
Все. Здесь мы все взяли. Правда, не знаю, что он здесь будет копать. Здесь вроде ничего нет такого. Так, надо продать это все дело. Тут нету ничего, что бы меня могло заинтересовать. Ржавый меч. Ну ладно. О, блин. Так, и надо еще волчьи шкуры, значит, кому-то отнести. Вот, вот здесь вот надо его грабить-то. Что, карманное воровство? Когда он после обеда идет? В обед? Так. Вот ты, наверное. Стоять! Чего тебе? Флинт посылает тебе шнапс. Флинт знает толк в хорошем шнапсе. Крепкий и прозрачный, как вечный лед. Я слышал, тебе нужна пушнина? Да. У тебя есть волчьи шкуры? Я поищу. Хочешь еще волчьих шкур? Ты хороший охотник. Нам в крепости нужны такие парни, как ты. Так, я хочу против этого. Рано еще. Мне нужна выпивка, блин. Так. А здесь у нас что? Вау. Да. Так, взять все. У меня тут миссия будет, да? Я себе подготовил, да? Почему тут потом одна штучка где-нибудь появится? Ну ладно. Ну смотрите, ладно, как бы то ни было. Сейчас посмотрим. Можно было посюда, да, пройти? Так, ладно. Нет. Спустился я оттуда. А где этот торговец-то? Что такого может случиться? Привет. Привет. Хочешь торговать со мной? Или речь пойдет о переводе? Я от Тома. От Тома, значит. И что, он согласен? Продолжаться не может. Ну, хорошо. Тогда ты знаешь, о чем идет речь. Покажи мне... Когда-нибудь и это тоже закончится. Конечно, почему нет? Вот так вот. Не знаю, правда. Что насчет орки закрыли перевал. Только мы, охотники, можем переходить через. Это я уже слышал. Мы захотим провести тебя. Что я должен делать? Я хочу, чтобы ты продал эту шкуру Мракорис. Я хочу, чтобы ты продал ее орку Гнару. И я хочу получить за нее Так, понятно. Все-таки мне за 50 золотых. Очень не нравится. Вот. Все в порядке. 50. Как мне стать снайпером?
Твой лук должен стать частью тебя, продолжением твоей руки. Найди ритм и следуй ему. Если твой разум, твое сердце и твое дыхание будут следовать этому ритму, то стрелы сами найдут цель. Ну, вот так это мы получаем. Ой. Это вот мы снайпер, да? Охотник за крупным. Нет, подождите. Мастер-арбалетчик. А где я? Вот эту, что ли? Мастер-лучник. Ты это серьезно? Так, ладно. Неплохо. Я принес шнапс для Флинта. Нордморский подымок. Да, у нас немалая проблема. Твои при... Хорошо. Если хочешь что-нибудь узнать... Ты это серьезно? Мне нужен нордморский подымок. Понятно, ты был у майока. У меня больше нет. Где мне достать это пойло? Сходи к старому бродяге. Он сам... Он делает эту дрянь в своей хижине. Так, ну это я понял, где. Верно. Давай, мне сейчас все равно туда бежать. По дороге все дело. Пещера свободна. Там было всего несколько гоблинов. Хорошо, я собираюсь в дорогу. Вот. Так, ладно. Ну, блин, бегать меня заставляете, старого... Чувака. Мне нужен шнапс. Я варю лучший шнапс во всей округе. Если хочешь, могу продать тебе пару бутылок. Мне нужен нордмарский подымок. О, настоящий знаток. А то. У меня самого осталась одна бутылка. Остальное я продал. Можешь сварить новый? Конечно, но... Я принесу тебе ингредиенты. Хорошо, вот если принесешь, получишь мой шнап. Здесь парочка растений. Давай сюда. Вроде неплохие. Хорошо, давай сюда свой шнапс. Отлично. С таким сырьем я смогу приготовить целый котел шнап. Знаешь, мы партнеры. Вот твой шнапс. Партнеры. Покажи. Закрыть. Ладно, мне пока тебя ничего не надо. Здесь я тоже все сделал. Блин. Там еще друиды будут потом. Конечно, почему? Как насчет твоего согласия? Думаю, тебя можно впустить в крепость. Поговори с Гнаром, он впустит тебя. Если бы это было так просто. Так, хорошо. А, еще один незнакомец в пути. Вот он ты. Ты тоже идешь в крепость? Надеюсь, у тебя есть при себе подходящий подарок. Ты уже бывал в крепости? Нет. Орки не пускают меня туда. Кан очень занят. Но я уверен, что скоро все будет по-другому. Все продажны. Мне только надо выяснить, чем можно подкупить орков. А что за подарок? Что за подарок? Для большого кана я несу с собой артефакт из Нордмара. Я отдал за него кучу золота. Вот врет. Но это вложение окупится. Врет, закашлялся. Что за артефакт? Камень. Это неотесанные варвары просто бросили его на землю. Расскажи мне что-нибудь о Нордмаре. Мне еще повезло, что я прошел через перевал. Обошлось мне в 3 бутылки шнапс. К счастью, всего лишь этой нордморской сивухи. Бррр, эта дрянь непригодна для питья. Ну и как там в Нордмаре? Ну да, никакой силы меня туда теперь не затащишь.
Если бы у меня не было проводника, а еще он продал мне артефакт. Только где твой сундук находится? Вот в чем проблема. Давай. Стоять! 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 Что-то я не понял. Никто не мог. Блин. Нахер ты мне нужен-то? Или мне что, подождать надо было, когда он сварит? Прийти на следующий день? Ладно, сейчас посмотрим. Он ушел. А ты куда пошел-то? Камень предков. Что такого может случиться? Стоять! Тебе что-нибудь об этом? Да нет, конечно. Мы за... Следи. Еще хуже. Вот артефакт Али. Я был прав. Он его украл. Ты знаешь, что это? Камень предков из Нордмара. Ты человек дел. Я не против, чтобы ты работал с нами. Остальное выясни у Уилсона. Я могу отнести камень предков в Нордмар. Мы поговорим об этом, когда ты станешь одним из нас. Что такое камень предков? Нордмарцы ставят их у могильных пещер своих предков. Они должны умиротворять духов. Али никто иной, как подлый вандал. Понятно. Так, ладно. Вот. Здесь, конечно, совсем немного. Твои запасы подходят к концу. Я могу тебе сказать. Орки пьют похлеще охотников. Кстати, если хочешь вздремнуть, наверху есть место. Но держись подальше от вещей других гостей. Что за гость? Все наемники, и еще этот Али. Он про него мы уже каждый день, но одними разговорами. Мы про него потом. Так, ладно. Так, куда мне надо? Ну, давайте вот это, я не знаю. Куда это я попаду? Прячь оружие. О, я случайно. Наконец. Убирайся отсюда. Кто-то сделал это. Мы так долго ждали знамения извне. Добро пожаловать, иноземец. А где я камень достал? Что это за место? Это старый городской храм Инноса. Мы отступили сюда. И теперь мы заперты здесь. Что здесь происходит? Защитный барьер короля... Запер нас здесь вместе с орками. Орки захватили полгорода. Нам нужна помощь. Этот огненный кубок должен попасть к верховному магу Карипто, в крепость короля.
кто-то должен прорваться через полчища орков и попасть в крепость. Мне нужно попасть к королю. Между нами и королевской крепостью стоит целый гарнизон орков. А только ты, блин, где камень взял? Станет пытаться попасть в крепость через город. Ладно. Давай мне кубок. Хорошо. Но будь с ним поосторожнее. Смотри, чтобы его у тебя не отняли. Он бесценен. Что можно сделать против превосходящих сил орков? Ничего. Ими командуют 5 военачальников, которые занимают в городе важнейшие позиции. Необходимо ликвидировать военачальников. Я позабудь. Я надеюсь, военачальник... Да мне не нужны твои вот эти... А что такое? Ты меня... Это справ... огненные кубки. Когда выйдешь из храма... Посмотри на юг, понятно. Блин, мне... Инна. Да. Так. Да я тебя размажу. Оставь. Остановись здесь. Так, ну-ка, давай-ка сваливаем отсюда. Куда мы? Так, вот здесь были, о! Потом придем сюда. Может, кто-то еще в живых останется. Давай. Ты правда думаешь? Кто у меня тут? Лучше бы ты не встревал. Доминика. Доминика-то у нас где вообще? Да знаю, я знаю. Вон там, поди, который находится. Сейчас посмотрим. Что по времени у нас? 2 дня. Ну так-то неплохо орков-то крошит вот этот меч-то сейчас. Заточенный, благословенный какой-то там. У меня нет там зелья ускорения, там нету такого. Даже не знаю, какие у меня зелья есть. Так, это что, зелье принять оборотень шейши позволяет принять облик. Мана, выносливость. Ага. Че, все, у тебя сейчас здесь шутки-то кончились? А
Он все еще в ожидании арендной платы за эту ферму. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет сюда сам и оторвет тебе башку. Хорошо, хорошо. Вот оно. Без обид. Ладно. Вот так. Пойдем. Ой, а что я, блин, бегу-то? На, и я уже там. Где ты? Вот арендная плата от Доминика. Хорошо. Считай, что это золото твое жалование. Так, что у меня там еще остается? Устрани орков, возглавляющих осаду внутри барьера. Так. Да знаю, я знаю. Ну, пока вроде со всеми справляюсь. Это сам. Если бы это было так просто. Я мог бы сказать тебе об этом раньше. Эй, ты! Я хочу здесь немножко оглядеться. Оглядываться будешь в квартале рабов, парень. Либо ты здесь учишься владеть оружием, либо проваливаешь отсюда немедленно. Здесь занимаются делом, понял? Понял. Да вот ты мне на нервы не действуй. Ты разговариваешь с военачальником орков. Ты что, считаешь себя важной птицей? Готов биться об заклад, что у тебя еще ни разу не было по-настоящему опасного задания. Ну ладно, что я могу для тебя сделать? Один из моих людей отлынивает от работы. Сильный воин. Но он решил, что может почивать на своих военных лаврах. Но пока нам досаждают повстанцы, никто не должен сидеть сложа руки. Я приведу орка на работу во двор крепости. Ха-ха! Любопытно будет посмотреть. Его зовут Фоллек. А он спрятался где-то в крепости. Сильным, это главное. Где-то в крепости. Сейчас мы ему наваляем. Так, это нам пока ни к чему. Спрятался. Воин, воин. Понятно, так, его здесь нет. Умора нет чести. Где ты можешь быть? Вот он. Готовься к люлям. Убирайся из моей башни. Ты взял башню в аренду? Можешь высказываться перед дураками на арене. Я с тебя шкуру спущу. Мы здесь одни. Покажи-ка, что ты можешь. Ну ладно. Никто не может победить меня. Морра. Оп. Ух. Я у тебя и палаш забираю. О, ну и связку с оружием заберу. И работать тебя заставлю. Больше ничего нет. Ну давай, вставай, гнида. Как-то высоко. Ох, мои кости. Ну хорошо. Тебя уже ищут. И что, если меня там не... Спускайся сейчас же во двор, или я сам тебя спущу. Я пошел. Пошел он. Пошел, давай быстрее.
Ладно, хоть упоминание было, что он спрятался. С сегодняшнего дня Фолик будет являться в крепость для несения службы. Смотри-ка ты, а ведь Фолик крепкий орешек. Неплохо для Морра. Такие, как ты, могут нам весьма пригодиться. Если хочешь, можешь еще немного потренироваться у меня. Кулак, что бьется по голове. Чаще в битве рано или поздно, но они смирятся. Так. Ерунда, ерунда какая-то. Еще один. Кто, черт подери, твой вид раздражает меня. Как дела с рас... Наши всеобъемлющие поиски священных артефактов для тебя было бы лучше направить свое внимание на обеспечение безопасности города. Еще и простужен. Что ты задаешь слишком. Даже если бы я был знаком с силой реликвии. Что ты знаешь о Ксардосе? Более важный вопрос. Почему? Я знаком. Это утверждают многие. Но это лишь единицы видели его на самом деле. Просто скажи мне. Если ты так хорошо с ним знаком, то в сокровенном месте, вдали от всего мирского, он и твоя нога. В чем твоя проблема? Твой трусливый народ пока что доставляет мне лишь неприятности. Повстанцы короля попрятались в пещерах и лесах и нападают преимущественно из-под тишка. Открытого боя несметное количество мужчин твоего народа. Вы сражаетесь на арене в качестве наемника. Я могу лишь глубоко презирать это. Если бы не наемники, этот город бы рухнул. Не будь таким заносчивым. Вы должны быть обязаны нашей доброжелательности, что вам позволено жить. Кажется, некоторый опыт с повстанцами ты уже получил. Разумеется. Они только и поджидают возле городских ворот, когда смогут отвоевать город. Бесчисленное количество раз мы разбивали их позиции. До меня дошли слухи, что они пополучают снабжение из крупного повстанческого лагеря Акары. Я бы с удовольствием разорил это гнездо. Я даже знаю, где оно находится-то. Акара. Не то. Блин. И чего же ты ждешь? Так, повстанцев я пока не буду гасить. Здесь у меня миссия вроде как закончены. Знаю. Блин, где я этот камень подобрал, не помню. Гора. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Ну-ка, давай-ка вот это. Лучше бы ты не встревал. Ага. Значит, вот это откуда камень. Может, мне кто дал этот камень? Не помню. Мы с тобой подельники. Пока. Охотники из Фрига. Так, кто перевал? Так. Гнару за 500 золотых. Так.
Но вдруг тебе повезет. Рагу из мясного жука только могу сделать, да? Закрыть. Так, тут тоже ничего нету. Блин. Значит, надо ждать, когда сварит, а так думаю. А, надо же это шкуру продать. Давай. Когда-нибудь и это тоже закончится. Вот. Сейчас мы попробуем впилить. Правда, он за 500 не купит, свои придется отдавать, это факт. Хочешь купить эту шкуру мракориса? Покажи охотнику мое почтение. Шкура достойная. Откуда? А. Я продаю ее по просьбе вы. Он великий охотник. Вот 400 золотых. Нет, мы не знаем. Я хочу пройти. Нам не нужен все. Нам нужен. Понятно. Он великий охотник. Ну, по идее, если бы я сказал, что это я бы украл, вот, нашел тому подобное, он бы меня во вранье уличил в любом случае. Шкура Угнара. Отлично. Вот твои 500 золот. Если ты совершил ошибку, так призна... Гнар дал мне лишь 400. 100 я оставлю себе, потому что ты обманул меня. По мне, так ты можешь с нами работать. Теперь я в деле. Что с Томом? Я спрошу его. Спроси. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Так. Том, а чё мне Том-то нахуй? Крепость-то... Ты станешь одним из нас. Не создавай здесь лишних неприятностей. Том не... Хорошо, но чтобы считаться охотником, тебе не хватает одного. Удачное. На другом берегу реки у кладбища. Город Шныги. Хочет, чтобы они исчезли. Мы пойдем. Да сейчас я их сам завалю, подожди тут. Делов-то, господи. Охренеть! Охренеть было-то! Вы чё так повылазили-то? Теперь Шнеги убиты. Хорошо, договорились. Теперь ты принадлежишь нам.
Мой йог не задержит тебя. Так. Здесь мы решили со Шнапсом, нам надо подождать, конечно. Но перед тем, как мы туда пойдем, мы сначала... Так неинтересно, получается, мы пустыню обходим и не идем в пустыню. А так нельзя. Блин, где этот камень подобрал? Может, мне кто-то дал его? Ладно. Так, что у нас по карте? Трейлис. Ну, мы давайте в Готу телепортируемся. Где у нас? Оп. Так. Ты точно знаешь, от чего все наши проблемы. Еще и скрытый лагерь там у нас есть. Я уж не помню, блин, куда мне бежать-то надо. Ладно, пока бежим сюда. Растение маны. Так, вот этого человечка вот здесь, которого оставляли, проводите, он вас отвезет к лагерю, к Вакару, Ванару, кто-то там, к лагерю бандитов. Он потому что находится вот здесь вот между, вот здесь вот расщелина есть, и он с той стороны расщелины будет. Камень телепортации лежит на входе. Так. О, бизон, это я, да, побывал здесь. Здесь у нас чего? Жажда крови. Так. Стой, спускаться туда. Не подготовленному-то. Кто тут? Где у нас благословение? Изгнание зла. Господи, тут некромант. Взять все. Даже не знаю, а что ему может, ну, надо быть здесь. Тут бильярд. Мясные жуки. Давайте сохранимся и посмотрим, что он нам может предложить. Ты спятил? Это не некромант, это кто-то. Или ты хочешь разбудить мертвецов? С каких это пор мертвецы стали вставать от обычного шума? Да они вообще не встают. Скажем так, я тут немножко поэкспериментировал с древней магией.
самом деле. Да-да, и я боюсь, что все это дело пошло на самотек. И теперь я пленник этой пещеры. Ты бывший огненный маг. Да, был им когда-то. Как и все остальные из моего сословия. Но без нашей рунной магии мы теперь всего лишь жалкие тени самих себя. Я должен отнести в Нордмар, в монастырь, одну важную находку, которую я обнаружил в этой пещере. Скажи, что ты сделал не так? Я занимался темными магическими искусствами древнего народа. Я хотел научиться заклинать, нежить. Я почти достиг своей цели, не считая одной мелочи. Что не заладилось в твоем эксперименте? Я сам связался с исчадиями ада, и вот теперь я стал их частью. Я пленник своей же собственной глупости. Если я попытаюсь покинуть эту пещеру, мертвецы будут мне в этом препятствовать. Научи меня своему знанию. Сейчас не могу, сам видишь. Покажи мне свой товар. О. Давай, я все у тебя скуплю. Баланс, сделка. Расскажи мне подробнее о своей находке. Это кубок огня. Очень важно, чтобы он попал в Нордмар. Но, как видишь, у меня тут еще одна-две проблемы. Я вызволю тебя отсюда. Думаешь, у тебя получится? Посмотрим. Хорошо, я попытаюсь. Но ты должен прикрывать мне спину, ясно? Беги. Да поможет нам Инос. Ну, как хочешь. Ну, давай. Вонючая тварь. Ну, вроде нормально, да? Получилось! Ты должен уничтожить и остатки этого отродья. Если ты этого не сделаешь, они повсюду будут преследовать меня, слышишь? Покажи. Так, ладно. Сейчас посмотрим, про что ты там говорил. Нет. Вот и все. Сейчас ты мне кубок, наверное, должен отдать. И чему-нибудь можешь даже научить. Твоя нежить никому больше ни в чем не воспрепятствует. Слава Инесу. Я клянусь, я больше никогда не совершу такой грубой ошибки. Спасибо тебе, чужак. Золото. Я отнесу твой кубок огня в Нордмар, в монастырь. Да, вот. Надеюсь, у тебя хватит на это сил. Да я тоже думаю, да. Ты еще не готов к этому. Навык варка. Ты еще не готов к этому. Так, понятно. Значит, вот здесь я тебя смогу найти, да? Так, а я-то куда бегу?
Чуть-чуть выше надо, да? Трелис у меня есть вообще? Ну, трелиса тоже нет, кстати. Ну, давайте сначала туда. Так, а я вообще где тут? Ладно, если что, я тебя постараюсь найти потом. Надо не забыть только, что ты вообще есть. А! Тихо. Блинский. Ладно. Сейчас мы расправимся с этими зверями. Блин. На. Тихо. Ну давай. На. Так, берем шкуру, рог. Все-таки вы, значит, можете, да, сюда залазить-то? Буйволы. Так. Потрошители. Попозжа. Не все сразу. Господи, тролль. Ну ладно. Мне нужна помощь. Подожди, здесь не надо быть осторожней. Так. Так, тихо. Открыл. Взял. Сейчас будем носорогов гасить, значит.
На. Тихо. Блин. Надо потихоньку. Сначала стадо, наверное, потом носорогов. Носороги-то, по крайней мере, не убегут. Я даже знаю, что я сделаю. Вот она. На. Блин. А все вроде так хорошо начиналось. И кольцо огня. Блин, раньше вас стадами вырезал, сейчас что-то. Спокойно. Эту курицу. Твою мать! Блин. Так как так-то? Все так хорошо начиналось, и все так нехорошо закончилось. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Да дайте мне попить спокойно. Взять все.
Понятно. Да. Тихо. Вроде всех перебили. Всё, блин, с бизонами покончено. С носорогами теперь. Ковали его. Вот так. Где еще? Давай контроля теперь. Тем более их там два. Так, закончить все. Берем. Славно. Взять. По карте. По карте надо чуть ли выше или чуть ниже. Мы пойдем пока что чуть выше. Посмотрим, что у нас тут. Так. Пойдем, тут где-то пещера должна быть. Вон. Светится. Пещера? Нет, не пещера. Я не понял, ты что на меня так идешь еще? Пещеры нет, наверх что ли подняться? Ладно. Дикий вепрь. Огромадный.
Так. Вот так. Идем, идем. Ой-ой-ой. Старый шлык. Это не сработает. Мне грозит опасность, давай. Убить. Задание какое-то завершил, еще не взяв. Нормально. Он олени обратно идут. Прокачка. Пойдем посмотрим, кто еще есть. Вот так. Что с тебя с гоблина шамана взять? Хренак его там. Ой, гоблины. Убийца гоблина. Так. Сломано. Попробуем еще разок. Смотрите, как гоблин-то его захреначил все-таки. Давай, хренач его. Удар. Вот и все. Смотрим, что у нас тут еще есть. Ты где? Тихо.
Вот так. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Жди. Так. А вы, ребятки, что здесь делаете? Эй, ты чего тут шпионишь? Расслабься, я просто посмотрю здесь. Ты не можешь тут шататься просто так. Это опасно. Кто у вас тут за главного? Его зовут Анак. И он с тебя шкуру снимет, если ты нам будешь досаждать. Где ваш лагерь? У нас нет лагеря здесь, перед перевалом на Нордмар. Мы заняли весь этот дурацкий лес. О, еще один перевал на Нордмар. Который захочет тут пройти, пожалеет об этом. А если ты ищешь нашего предводителя, его хижина находится дальше, наверху, на холмах. Так. Пойдем, мне сейчас. Их еще много! Подождите, я тоже хочу поучаствовать. Но так, ты ему показал. С этим разобрались. Так. Еще одна из этих тварей. Ладно, это уже не мои проблемы там. Иди. Пойдем. Пойдем, демон. Нас ждут великие дела. Так, где-то тут. О, ты силы восстановил. Да хорошо. Камень телепортации берем. Жди, жди тут. Я пошел посплю где-нибудь в домике. Блин, что, ну давай поговорим. Сколько время? Время есть. Как оно? Сторожить заключенных. Это унизительно. Я бы лучше воевал с вами, Морра. Чем занимаются люди в лагере для пленных? Морра заготавливает дрова, которые потом отправляются во все близлежащие города Срединного Королевства. Ты бы хотел нести караул в другом месте? Естественно. Лучше всего в городе. Охранять стены города намного почетнее, чем работать здесь. Я могу помочь. Все дрова из лагеря для пленных нужно отнести на мельницу Гивиса. Это работенка для тебя. Ты не находишь? Да, кто задает глупые вопросы? Так, отнеси дрова. И все-таки мне очень и очень не нравится. Так. Кто ты? Меня зовут Ларс. Когда-то я был гордым воином Нордмар. И теперь вот я торчу здесь, в лагере для пленных. Ты сражался на войне? Да. В это время я был сильнейшим в своем племени. А меня ты тоже можешь сделать сильнее? Если бы я смог, наконец, выполнить то, зачем пришел в Срединное Королевство, то да. Но для этого мне сначала надо получить свободу. Как ты попал в эту тюрьму? Я обокрал Барака, хозяина арены. А эти ребята, ой, как не любят кражи. Да, я знаю. Я могу тебе помочь? Мне ничем не поможешь. Разве что ты не богач. Я стою примерно 300 золотых. Ты мог бы выкупить меня у Сапотека.
хозяина этого лагеря. Ясно. Подождите, мне надо вам подлечиться. Где у меня? Вот это. Сапотека. Так. А я тут в вшивых койках этих не могу спать, да? Некоторые вещи никогда не изменятся. Что тебе нужно? Разве ты не видишь, что ты мешаешь? Действительно, думаю. Что это за лагерь? Идиот! Ты же сам видишь, это лагерь для пленных. Поздно. Сюда попадают такие морра, которые докучают нам, как ты. Ему это лучше. Как продвигается бизнес? Плохо. Вы морра неблагоразумны. Вы строптивы. Вместо того, чтобы работать на меня, вы отдаете себя на растерзание диким зверям. И будет еще хуже. Кто здесь самый главный? Я здесь главный. Значит, ты хозяин этого города. Нет, конечно же нет. Глава этого грязного городишки Умбрак. И я надеюсь, что он будет им недолго. Уже не будет. Мне кажется, ты бы хотел оказаться на месте Умбрака. Умбрак мягкий. У Борра в городе слишком много свободы. Кажется, Умбрака здесь очень любят. Да. Любят? Все орки и все морра испытывают перед ним страх. Но я не верю в истории о его героических подвигах. Если бы я мог, я бы бросил ему вызов. Твоих рабов съедают дикие животные? Именно. Эти идиоты сбегают в горы, а там их жрают волки. Рабы сбегают из твоего лагеря? Да, черт бы их побрал. Я спущу три шкуры с того, кто их отпускает. Но большинство же рабов работает. Да, но только потому, что я подгоняю их. Я хочу выкупить Ларса. Ну ладно, северянин принадлежит тебе. К тому же, было бы лучше, если бы он исчез отсюда. До сих пор от него в лагере были одни неприятности. Что тебе мешает бросить вызов Умбраку? Этот жалкий шаман Кромпел, не спросив его совета, Умбрак не делает ничего. Можно сказать, что настоящим хозяином города является Кромпел. Я верну тебе твоих рабов. Нет, не делай этого. Убей их! Убей всех пятерых! Только так можно заставить других рабов стать послушными! Я мог бы убить Кромпела для тебя. Ха-ха-ха! Я вижу, ты не шутишь. Что ж, хорошо. Я отдам тебе порядочную сумму денег, если тебе это удастся. Город очень ослабеет, если шаман погибнет. Пусть эти отвратительные повстанцы только подойдут, я не боюсь. Понятненько так. Северянин уговорил, что он свободен. Где? Эй, ты, тебе чего? Нам только этого еще не хватало. Я выкупил. Да ладно. Разве похоже, чтобы я над тобой смеял? Ты человек чести. Если я тоже могу тебе чем-то помочь. Я хочу научиться переносить холод. Больше двигайся. Любое движение должно исходить от всего тела. И всегда держи ноги в тепле. Ты хочешь увидеть мою родину? Я с удовольствием покажу ее тебе.
Так, ну давай по-быстрому дойдем, посмотрим, что там у тебя. Ой. Опа. Вот теперь идем. Не знаю, прав ли ты. Надо сейчас оберегать тебя, да, в темноте-то. Я просто хочу еще очки получить и, возможно, выполнить миссию. Так, ну это вот откуда я прибежал. Расчистил кабанов, убил. Ну ты же меня до перевала должен довести. Блин, вот ты замутил-то. ФПС-ка нахуй. Зачем ты меня будешь? А я раньше думал, что только один перевал есть, который через город ведет. Даже забыл про этот. Так, мне еще надо жару переносить. Так, если холод больше двигайся, то жару вообще не двигайся, да? Шутка, конечно. Так, это мы куда идем? Так. Вот там у них главарь сидит. Ну это все потом. Блин, ночью идем, да? Сейчас ночью спать надо, нахрен. Тащимся куда-то. Давай. Еще немного. Еще одна из этих тварей. Ты ему по все. С тобой покончено, грязный ублюдок. Подожди. Это не сработает. Нет. Почему? Все, с тобой покончено, грязный ублюдок. Вон там, дальше, к северу. А мне придется остаться здесь. Ведь я не случайно покинул родину. А зачем? Зачем же ты ушел из родных земель? Чтобы научиться стрельбе из лука. Дома мне никто не мог в этом помочь. Да и не хотел. И куда ты теперь собираешься? Ну, если ты спрашиваешь. Если я тебе понадоблюсь, ты сможешь найти меня в этом лесу у повстанцев. Еще одна из этих тварей. Тихо. На. Ты ему еще одним грязным монстром стало меньше. Все, взять все. Блин. Так. На.
уходим. Ой. Я где-то у города появился. Пока маленько с другой стороны, да? Пошли вы нахрен. Павел. Нечем заняться. Обычно я охочусь высоко в горах, а не болтаюсь без дела попусту. Почему ты здесь, в городе? Я как раз дал кладовщику несколько наших шкур. Вообще-то я собирался домой. Да, вот что-то все никак не отправлюсь. На кого ты охотишься? Да не все, что обитает в наших краях. Для этого иногда бывают нужны быстрота и ловкость. Если хочешь, могу тебя научить. Правда, давай. Для этого тебе придется подняться вместе со мной в мою охотничью избушку. Сойдет. Покажи мне свою охотничью избушку. Нет проблем. Вот сейчас светло настанет, и там-то сам опробует. Демон мой стоит, ждет. Давай. Ты только не отставай. Вот здесь сейчас и переночую. Так. Так, вот охотничья избушка. Рассказать тебе что-нибудь об охоте в на... Сделать меня неутомимым бегуном. Сделай меня неутомимым бегуном. Самое главное — это дыхание. Дыши равномерно и глубоко. И самое важное, никогда не впадай в панику. Извини, но я... Зачем ты здесь, глава? Орки здесь хозяева, мой друг. Мой вклад в это сообщество очень скромен. Как? Отлично. Здесь на севере любовь. Они понятно, найди себе. В Сильдоне за них прилично платят. Я могу научить тебя чему. Ты работаешь. Все, у кого есть хоть кап, делают это. Да, это. Даже сейчас, когда орки раньше люди все. Намного больше, так, ладно. Как идет? В этом сезоне мы добываем больше, чем можем унести. У нас почти не остается времени отправлять добытые шкуры. Я бы мог отнести ваши шкуры в Сильден. Было бы неплохо. Здесь стоят 8 ящиков с упакованными для отправки шкурами. Отнеси их на мельницу в Сильден. Только мне сначала поспать надо, ребята. Восемь ящиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Взять все.
Отлично. Вот так. Так, ну тут мы все пока сделали. Идем обратно в город. На. Только не вздумай здесь воровать, ясно? Кто это говорит? Прости, я немного нервничаю. Что делает такой парень, как ты, в этой дыре? А если было все так просто... Чем ты занимаешься в этом захолустье? Да что тут делать? Просто скучаю, как и прочие наемники, и жду, вдруг что-нибудь да произойдет. Ты наемник орков, и тебе нечего делать? Как это нечего? Ловить беглых рабов — это сущее мучение. Искать непонятно кого среди дремучего леса. Не знаю, прав ли ты. Здесь хорошо платят за охоту на рабов. Слишком хорошо. Мы, наемники, просто передрались между собой из-за этого. Иногда мы даже нарочно позволяем рабам убежать, чтобы потом получить награду за их поимку. Вы, наемники, позволяете рабам бежать? Ты ничего не слышал, понятно? Если орки пронюхают об этом, нам крышка. Некоторые так. Вещи никогда не изменятся. Кто правит в этом городе? Умбрак. Во время войны он был великим полководцем орков. Громпель. Умбрак ничего не делает. Это я уже слышал. Ты не наемник, ты повстанец. Проклятье. Что ты теперь будешь делать? Как будто у меня и без этого проблем. Не думаю, что я хочу слышать. Этого я пока не знаю. Присоединяйся к нам. Нам нужно... Я подумал. Я хочу вам... Наконец нашелся кто-то, у кого есть... Так, ладно. Лучше знать. Как насчет оружия? На мельнице у реки я видел много оружия. Там было связок 5. Если бы нам удалось их получить, это стало бы большим шагом вперед. У меня есть оружие, которое... У меня есть оружие, которое вам нужно. Ты хороший человек. И будет еще хуже. А что с беглыми рабами? Если их не растерзали дикие звери, то они прячутся где-то на севере. Кто-то должен привести их в наш лагерь в лесу возле перевала. Человек по имени Фреман позаботится о них. Мой брат Анак. Он с еще несколькими людьми окопался в лесу. Кто-нибудь должен сказать ему, что нам здесь нужна его помощь. Как? Здесь, в Сильдоне, орки находятся... Тем не менее, Умбрак по-прежнему правит железной рукой. Наверное, у него на руках есть какой-то очень сильный козырь. Прежде чем поднять мятеж, мы должны точно узнать, что это такое. Некоторые вещи никогда не изменятся. Когда началась война... Ну, это мы уже все знаем. Это серьезно. Спать до утра. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. А я пока что... Что, нет, пока ящики не отнесу. Мне еще... Что, мне еще надо дрова собирать. Так, туда мне тоже рано. Мы орки! Понимаю. Давай. Пойду дрова соберу. Они должны быть где-то у рабов или на мельнице где-то. Пока.